В столице стартовал курултай лучших учеников школы-лицея «Блим Инновация». На съезд приехали около 40 молодых лидеров из разных регионов. В течение 2 дней они встретятся с представителями сферы образования, науки, кино и политики. Эксперты поделятся опытом, проведут мастер-классы. Выступят также учащиеся сами. Они подготовили авторские презентации, куда включили свои предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в школах. Предложения должны быть о нашей школе, что мы планируем интегрировать в нашу школьную жизнь. Одним из предложений, которые я имею, это создание модели ООН при моей школе и также волонтерский клуб, который будет коллаборировать с другими организациями вне школы.